Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с представителями национального конного вида спорта Алматинской области, ставшими серебряными призерами 23-го чемпионата Республики Казахстан по кокпару среди взрослых. Напомним, что чемпионат прошел в городе Кызылорда. В нем приняли участие около 200 спортсменов от 18 лет и старше из 16 регионов страны. В результате состязания спортсмены Алматинской области заняли почетное второе место, уступив лишь команде из Жамбылской области. Капитаном команды и главным тренером по кокпару является Сабит Касенов. Отметим, что третье место досталось представителям Костанайской и Туркестанской областей. Кокпар спорта. В последние годы кокпар возрождается. Ему, как национальному виду спорта, уделяется немало внимания. Можно сказать, что кокпар постепенно становится национальным спортивным брендом. С каждым годом все больше людей увлекаются им. В некоторых регионах есть даже девушки-кокпарше. Если говорить о нашей команде, то у нас сейчас 18 игроков. Если 12 из них в основном составе, то остальные 6 – запасные игроки. Теперь команда кокпаристов Алматинской области может претендовать на победу и в крупнейших международных стартах этого года. В 5-х всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре этого года в Астане. Стоит отметить, что этой возможности могло и не быть, если бы команду не поддержали спонсорской помощью предпринимателей региона. К слову, в ходе встречи аким Алматинской области наградил членов команды благодарственными письмами, а спонсоры вручили сертификаты на 600 тысяч и 1 миллион тенге в знак финансовой поддержки спортсменов. Команда кокпара Алматинской области возрождает новую команду. Они уже показывают результаты, молодцы. Ребят собрали хороший состав, поэтому уделяется акиму области особое внимание именно национальным видам спорта. В том числе это такой самый зрелищный, самый интересный. Он такой интересен для воспитания будущего поколения, для наших будущих мальчиков, поскольку здесь закаляется мужской характер. И ребята показывают хорошие результаты, поэтому почему не поддержать, сегодня стали финалисты, и в будущем собираемся поддерживать эту команду.